подошел к кусту. Значит, это сорт винограда под названием Чайная роза или мускат Лиховского. Селекция Института Магарач. Значит, чем выделяется этот сорт? Он выделяется своими вкусовыми качествами и интересной расцветкой ягоды. Значит, вот такая вот розовая расцветка. Значит, с такими вот текстурой, прожилками, хорошо видно на солнце, как просвечивается. Вкусовое качество сейчас вот подегустируем одну из ягод. Значит, ягоды размером грамм до 12, 10-12. Значит, вкус гармоничный, с легким ароматом, значит, как бы чайной розы. Значит, легкий мускатный такой вот привкус с ароматом чайной розы. Довольно вкусный виноград. Кожица средней толщины, мягенькая, но при едении ощущается. Вот, значит, сорт высоких вкусовых качеств. Но есть у него недостаток, неустойчив к идиуму. Значит, грибным болезням не очень устойчивый. Поэтому требует полной меры защиты, профилактической защиты от грибных болезней. Я беру ягодку чайной розы, вот, почти 12 грамм одна ягода весит, чайная роза. И вторая ягода, значит, 22,5 грамма, вот. Ну, где-то по 11-12 грамм эти ягоды в среднем весят, чайная роза. Я взял в руки ягоду чайная роза. Значит, здесь также видно, что где-то две кости. Одна из них попала в легкий разрез. Вот вторая косточка. Две косточки. Значит, мякоть также желейного типа. Значит, довольно сочная.